Друзья мои, всем привет! Меня зовут Ирина, вы на канале «Репортажи моя жизнь». У нас небольшой ремонт. Небольшой. Это мамин кухонный уголок. У нее недавно был день рождения, и мы с сестрой решили обновить немного здесь у мамы. Купили ей новый карниз, новый тюль. И вот эту вот часть стены, где мамочка столуется, мы решили немножко, ну, обновить, подновить. Дом старый, очень старый. Стоит на кирпичных столбах. От этого он вот так вот гуляет каждую весну и осень. Бумажные обои все трескаются, лопаются со временем, да? Вот, ну. Что мне вам рассказывать? Кто знает, кто живет в старых частных домах, тот знает, как это происходит. Так что вот так, мои друзья, небольшой ремонт. Старые обои отдирать не буду. Вот то, что лопнуло, сейчас приклею на вот такие вот жидкие гвозди, подклею. Они дом гуляет и происходит вот такая вот фигня, нехорошая фигня. На стену купили вот такие ПВХ-панели, пластиковые, мелкий квадратик, очень хорошо скрывает все неровности на стене. Клеить буду вот на такой клей титан, стекло, пластик, керамика. Ой. Не знаю, как это у меня получится. Ни разу этого не делала, но как-нибудь получится. Когда-то надо начинать, да? Что мы, не пальцем деланные. Оп. Пистолетом я пользоваться умею. Как их клеить в интернете посмотрела. Так что... буду пробовать. Померяю ширину панели. Ширину? Ой, высоту. Получается, высоту. Так. Оторвала плинтус. Надо будет новый прикупить. Так, это вот так. Это вот так.
проведем прямую линию. Опа. Уровнем я пользоваться умею. Так, где тут наметил-то? Не вижу. Господи. Так. Ну, как-то вот так. Так. И отсюда сейчас от стены, чтоб ровно было. Опа, о, пошел. Так, написано, что клей наносится на выпуклые стороны. На каждую ячейку наносить не буду, а то это будет очень круто. Через одну, через две. Можно было купить и жидкий клей титан, намазать его кисточкой, вот полностью панель. Но дети мне сказали купить такой. Ух. Что, попробуем? Ой, не знаю. Страшно, но я рискну. Так, тебе сюда подсунуть как? Опля. Так, где моя? Так. Ах ты, зараза. Так, мне главное вот этот вот угол. Вроде получилось. Красота какая! Так, еще одну панельку проклеила.
придется, наверное, ножом резать. Ну, что делать? Клею. О, какой неровный дом-то. А тут придется резать. Ну, что делать? Пойду с ножом. Вот видите, насколько кривой угол. Здесь хорошо легло, а здесь... Три клеточки, да? А здесь вон уже уходит 4. Ничего, сейчас отрежу. Ой, пока не приклеилась. Сейчас отрежу, подровняю. На панели сделала вырез под розетку. Можно было ее, конечно, открутить, но без мужчин я побоялась. На данный момент не было никого, ни сыновей, ни мужа дома, а сама откручивать я ее побоялась. Если кабель канала открутила, то нет, розетку не рискнула. Вот что у меня получается. Почти доклеила. Угол мне только вот этот вот не нравится. Прям кривой-кривой. Но я переделаю его сейчас. Обрежу вот здесь вот и сделаю все аккуратненько. Панели я доклеила. Уже и шкафчик повесили, прикрутили держатели. На данный момент это вот так выглядит. Осталось приклеить плинтус. Здесь мне в помощь старший сын. Сама я побоялась резать углы, побоялась, что отрежу не так, как нужно, не в том направлении. Сделаю срез. Примерка. Да, вот тут вот выйдет чуть-чуть. Вот этот провод.